Здравствуйте, на Первом канале выпуск новостей. В студии Максим Шарафутдинов. Коротко о главном. Из разных точек планеты Земля сегодня взлетают и садятся самолеты. Ну и пусть. Друзья-героини нашего репортажа никуда не торопятся. У них повод поважней. Поздравить подругу, красавицу-затейницу, спасительницу Ирочку Ириску, статусную и целеустремленную леди Ирину Владимировну с юбилеем. Самолеты и небо — ее стихия. Но она преуспела и в делах земных. Давайте послушаем их пожелания и поздравления. Ира, Ирочка, Иришка, с днем рождения, малышка, милая, родная, наша, с каждым годом только краше. Родилась ты в сентябре, буйство красок на дворе, яркий красный лист кленовый упадет к твоим ногам, ведь сегодня день особый. Поздравляй, мы тебя. С днем рождения, дорогая, с днем рождения. И я. Поздравляю тебя. Люблю. Ирочка, я тебя помню вот такой вот. Веселый, жизнерадостный, легкой на подъем. Поверь мне, ты такая есть, и такая ты будешь всегда. Я желаю тебе, чтобы волосы дыбом у тебя вставали. Только от радости, от счастья, ну, конечно же, от секса. С днем рождения, подруга! Ирочка! С юбилеем! И пусть косметичка никогда не превратится в аптечку, а средства защиты будут расходным материалом женского счастья на следующие 50 лет. Ну что такое 50? Это число, состоящее из двух цифр. Как все знают, 0 – это ничего. 5 заменяют словом «отлично». 50 – золотая середина. Первая половина твоей жизни шла по девизу «учиться, учиться и еще раз учиться». И прошла ты уроки жизни на «отлично». Вторая половинка, по опыту скажу, будет со словами «Будь готова, всегда готова». Будь готова к прекрасным, радостным, интересным. В современном мире слово «желаю» исчезло. Появилось «хочу». Хочу, чтобы мы слышали от тебя, как возможно, чаще. Классно отдохнула. Как же здорово было. Представляете, как меня удивили. Приятно порадовали. Такой забавный комплимент сделали. В общем, мне легко и хорошо. С юбилеем, милая Ира, Ирочка, Иришка. Я нахожусь там, где 30 лет назад жизнь соединила с авиацией замечательного человека, который восхищает, просто раздает радость, о котором можно говорить и говорить. Эти замечательные слова от меня. Это я. Милая, дорогая моя Иришка, привет тебе с твоей малой родины, Нюрнберг. Видишь, это у нас детский сад. Я у тебя работать не буду. Утром на работе, вечером на работе. Так что толком подготовиться к поздравлению не смогла. Поздравляю тебя с 50-летием. Не бойся, это не страшно. Я уже это прошла. Чуть-чуть пораньше, чем ты. И вот, когда мне исполнилось 50, я встретила мужчину в своей жизни. Желаю тебе также, чтобы встретила человека, который бы любил, ценил тебя. И ты его любила и уважала. А самое главное – здоровье. Ты у меня очень красивая и молодая. С днем рождения! Ира, веду репортаж с пляжа Клеопатра. Хочу поздравить тебя с юбилеем. Добро пожаловать в нашу футбольную команду. 5-0 в нашу пользу. Хочу подарить тебе это горячее солнце, как наши души, это бескрайнее теплое море, эту гору,
и крепость на ней, как все мы твои друзья, сплоченные, дружные и навсегда. А еще за этой горой есть маяк. Тебе я желаю его найти, чтобы он тебе светил в твоей прекрасной жизни. О, кораблики – это путешествие, неотъемлемая часть классной жизни. Люблю тебя, целую. Викон Доброжулон. Ирочка, Ирусик, Ирунчик, солнышко, поздравляю тебя от всего сердца с днем рождения. Желаю тебе всего-всего-всего и побольше. Оставайся такой же эффектной, такой же яркой, такой же эмоциональной, доброй, знойной, сексуальной, позитивной девочкой. Мы тебя очень любим и хотим, чтобы у тебя исполнялись все твои мечты каждый день. Все, что бы ты ни задумала. Люблю тебя. Целую. Иришка, родная моя, поздравляю тебя с юбилеем. Я тебе желаю сказки, самой доброй и простой, чтобы сбывались все желания, словно с рыбкой золотой, чтобы начальник Змей Горыныч вдруг все головы сложил, повышение назначил, лишний отпуск подарил, чтобы яблок молодильных у тебя было не счесть, а еще любви до гроба, чтоб и в сказках не прочесть. С днем рождения поздравляю, верь, как в детстве, в чудеса. И пусть будет белоснежной твоей жизни полоса. Поздравляю тебя, родная, это тебе. Вот такие замечательные пожелания прозвучали в адрес именинницы, специально по случаю юбилея Ирины Владимировны. Глава государства Владимир Владимирович Путин заказал праздничный салют. Разумеется, за ее счет. Это, безусловно, красиво, но и безумно дорого. О деньгах можете не беспокоиться, за ними придут завтра. Ну а сейчас наслаждайтесь салютом.